благодарочка тебе от меня. Нереально. Печенегов разбил, и Русь матушку от супостата уберег. Молодец. Офигеть, вы что? Она даже не шоколадная. А это что такое? Я что, в детском лагере эстафету выиграл, что ли? Ребята, я один войско печенега разгромил. Вот этими вот руками один 39-й фронт сдерживал. Ну, Илюха, ну... Копыта гнул. Офигеть, я думал, мне хотя бы как олимпийцам положена хата в центре царства. Ну или ланос на крайняк. Да я бы с удовольствием. Илюша, ну ты сам знаешь, как в кризис по царству вдарил. Денег в казне нет, оброки не возвращают. Вот и пришлось финансирование военной программы остановить. Так а я здесь при чем? За такие призовые мне дешевле на печи просто валяться и спать. Да погоди ты на печь. Да. У меня, Илюша, к тебе дело есть. Дело, так сказать, принципа. Какого такого принципа? Ты понимаешь, у меня с Кощеем опять непонятка образовалась. В общем, Кощея надо накрыть. Заодно и Марью высвободишь. Понятно. Ты мне хотя бы войско дашь? Или я опять один пойду, руками голыми? Еще раз объясняю. Финансирование прекратили. Денег в царстве нет. Ну, ладно, я пошел. Так, а... Договорились!